Всем привет! Сегодня я хотела бы в этом видео рассказать, как сделать очень быстро, недорогой, красивый, вот такой замечательный подарок нашим любимым. Это брелочек можно повесить на рюкзачок ребенку, либо на сумочку женскую, либо подарить на ключи любимому. В общем, сейчас, после новогодних праздников, станет актуальна тема, что подарить дорогому и любимому своими руками на День Святого Валентина. Такой вот замечательный брелочек может в качестве приложения к основному подарку сойти за, в общем, отличный подарок своими руками. Минимум затрата времени, минимум затрата материала. Состоит совушка в основном из круга амигуруми. На самом деле все очень просто, все очень, так сказать, быстро вяжется. В качестве оформления для девочки я взяла небольшую атласную ленточку, сделала бантик. Также сделала вот такое фетровое сердечко, которое может также быть из атласной ленточки, либо из кусочка красной ткани. На мальчике то же самое. Я вам просто решила показать, как может выглядеть мальчик-совушка и девочка-совушка по отдельности. То есть, допустим, вы можете связать для своего мальчика девочку, либо себе оставить вот такого замечательного совенка в качестве подарка себе любимой. В общем, для тех, кто вяжет, я выложу вот такой небольшой видеоурок вскоре, где вы сможете не только вкратце, но и в полном описании я покажу вам именно петелечка за петелечкой, как мы свяжем вот такую замечательную совушку. Совенка вы будете вязать по той же схеме, системе, которой я вам покажу. Небольшие нюансы исключите, которые я вам по ходу вязания буду говорить. В общем, если вам понравилось, ставьте лайки, не забывайте подписываться на мой канал, ждите моих новостей новеньких. Всем хорошего настроения, пока-пока!